Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Спасибо, пожалуйста. Садитесь, пожалуйста. Дорогие друзья, я сердечно поздравляю вас с большим событием. Не только в жизни города Новосибирска, Сибири, Дальнего Востока, но и всей страны. Новосибирский театр оперы и балета, Академический театр оперы и балета, это единственное учреждение федерального значения такого уровня на всю Сибирь и Дальний Восток. И это, конечно, большое событие для труппы театра, для музыкантов, для артистов, но это большое событие и для жителей города, для всей Сибири, для всех людей, которые любят, ценят, понимают театр в России, знают, что значит театр для каждого жителя нашей большой страны. Когда вчитываешься в страницы истории театра, то они действительно поражают. Ну, действительно. Осень 1942 года. Тяжелейшие бои на фронтах Великой Отечественной войны. И именно в это время советское правительство вносит театр в список наиболее приоритетных строительных объектов СССР. Невероятно, но факт. И этот факт говорит о том, как высоко ценился всегда театр в нашей стране. Мы всегда понимали, что в основе силы духа народа, в основе его побед, мораль, нравственность, духовные начала. И именно укреплению этих духовных начал, их развитию и призван служить театр. Новосибирский академический театр оперы и балета, как я уже сказал, это единственное учреждение подобного рода федерального значения. Но дело не только в его формальном статусе. Дело в том, что все эти годы театр был по-настоящему духовным центром Сибири и одним из духовных центров России в целом. Я, поздравляя труппу театра, хочу выразить надежду, что вам удастся сохранить самые лучшие традиции, которые заключались в бережном отношении к театральной школе, к классике, в сочетании с новаторством. Хочу пожелать вам успехов на новой сцене, на обновленной сцене. И только что мы говорили с руководством театра, с руководством министерства. Думаю, что пора возобновить традиции полноценных гастролей театра не только в городах Сибири, Дальнего Востока, но и в столичных городах, включая Москву. Обещаю, что предприму все усилия для того, чтобы оказать вам в этом содействие. Желаю вам всего самого доброго. Поздравляю вас. Спасибо большое.